Жители микрорайона Лукьянова теперь точно не будут сидеть без дела и скучать дома. В центре по работе с населением 3 раза в неделю теперь работает кружок рукоделия «Сударушка». На одном из занятий побывала и Полина Салта. Как многие куклы, то есть в основу входит оформление, значит, головки. Голова должна быть плотно набитая, то есть девица у нас должна быть неветренная. Такую куклу смогли изготовить своими руками волокжанки, которые пришли на кружок рукоделия «Сударушка». Опытный педагог всегда рядом и помогает своим подопечным. Крайчики подвернули, чтобы ниточки не выезжали. И затем берем красную нить и оформляем, как будто у нас это манжет. Кружок рукоделия «Сударушка» ждет всех желающих по понедельникам, средам и пятницам с 2 до 6 часов в представительстве Центра по работе с населением по адресу Поповича, 18. Сейчас только 3-е занятие, но мастерицы уже успели сделать, например, такую игольницу в виде гриба. Прийти попробовать сделать своими руками какую-нибудь поделку может каждый, даже без опыта, уверен руководитель кружка. Вологодские края славные, могучие, вологодская земля славная, скромная, певучая, в каждом нашем уголке мастера-умелицы. Приезжайте в гости к нам, вы не пожалеете. Кружок «Сударушка» только начинает работать, но стол рукоделия никогда не бывает пустым. На это занятие пришла целая семья – бабушка, мама и внучка. Я пришла сюда первый раз сегодня. Ну, нравится. Интересно, вот первую куклу сделала. В руках все должно умение быть какое-то обязательно по жизни. Центр по работе с населением находится в одном здании с филиалом культурно-досугового центра «Забота». Программа клубов и кружков здесь самая насыщенная. Каждую субботу к нам приходит человек, может быть, по 80. Каждую субботу мы проводим «Играй гармонь». Это вот 10 лет нам будет в феврале. Народу приходит очень много, а в праздники за 100 с лишним человек. Сейчас здесь готовится к большому празднику 8 июля, Дню семьи. Праздничный концерт, веселые конкурсы и чаепития. Присоединиться приглашают всех желающих. Полина Салата, Антон Лукьянов, Вологда Портал.